Это очень хорошая вода, она с серебром очищает. Дорогая Кенха, я дарю тебе банан. Вот эту вертолетную площадку я ему подарила на... Мы прилетели в Россию после концерта. Анита пригласила нас домой. Как дела? Наташа приехала встретить нас. Анита для нас отправила машину. Очень классная машина. Да. Такое, чтобы да. Вам не холодно, хорошо. Да, хорошо. Мы сейчас ждем Толю. Я уже еду к Анете. Машина очень классная. Толя тоже 2 года не виделись, поэтому вместе поедем. Хорошо, как у тебя? Мы просто приехали в корейский ресторан. Хозяйка это Анита. Толя, смотри, это кимчи, и это кактуки, это кенни, кунгнамуль, баныль, бёльчи. Ты что, всё знаешь? Как... Это... Запомни, да? У меня в гостях, друзья мои. Запомни. Что? Я тебе расскажу, как у нас называется. Кандяй, тяй, чеснок. Вот у вас говорят кимчи, а у нас говорят чимчи. Это не то. Это не то. Ребята, я очень рада вас видеть. Вообще. Вот местные корейцы, русскоязычные, говорят, это тыби. Тыби? Интересно. Почему? Компот, да? Компот. Яблоко? Яблоко. Смотрите, утки. Я вот хочу сначала яблоко. Ломчунчуа, хочу. Это кимчи в среднем азиатском стиле. Ну, это мне было немножко соленый, а Юне понравилось. Russian kimchi. Наверное, Юне из России. Нормально. Всякие корейские приправки. Много. Когда я была в прошлый раз, был ремонт, и пришли посмотреть. Это что такое? Это баня, но сауна. Это это? Это жарить шашлык. Нет. Это Серёза комната. Это его гостиная. Привет, Серёза. Привет, Серёжа. Спальня. Это что? Спальня, ну. Юн постоянно открыл рот. Вау, вау. Это чьи самолеты? Серьёза? Да. Где корейский? Где-то есть. Слушай, надо найти. Вот он, Korean Airlines. О, Korean Airlines, да. Ты сверху вот так снимай. Прикольно. Мне больше всего тут понравилось. Могу вечно делать макияж. Вот Кёнха. Это рай. Это рай. О, это я упаковала. Я упаковала это. Толя, хочешь жить здесь? Да. Это очень красивая картина. О, тут девушка. Нормально, ты единственная заметила. Да. А, серьезно? Да, я сразу заметила, я не увидел. Это, знаешь, это Купер, известный очень художник. Это называется «Чистая любовь». То белый. Есть, clean белый love. И тя, девушка. Ну, то есть это фаллос на самом деле. Фаллос? Не пойдет. Давай я тебя сниму, так ты ходи, смотри. Это ботанический сад. Ребята, я решила работать тут. Моя работа – наливать воды. Короче, когда у тебя не будет работы, Кена, Анита тебя возьмет поливалкой. А вот здесь, Кёнха, иди, я тебе покажу, что у меня есть. А вот здесь живут муравьи. А, это ферма муравьиная, да? Где? Слушайте, сейчас покажу. Я не вижу. Страшно. Иди сюда. Да, вон большая, видишь, это матка, которая... Королева. Да, которая... Это королева. О май гад, правда, тут муравьи живут. Как долго будете вместе жить? Вместе жить как долго? Я буду долго с ними жить. Это дом Аниты. Смотри, банан. Дорогая Кёнха, я дарю тебе банан. И вина России. Ой, с любовью от всех наших детей. О, я привезла в Россию 120 килограмм, поэтому это поместится. Да, но это не все еще подарки, ребят, для вас. Поэтому вот я думаю, банан тут... Нет, домой поедем. Тут потолок просто офигенный. Очень красиво. А вот эту гитару мне Диана Арбенина подарила. Офигеть! Так, Концерт!
Я иду лесом, забывая, куда неприятно, что ты там, где мне угадать причину явлений. О, но тут и там оживление и суета. В этом мире что-то не так. Написала песню «Полет». Полет! Полет! 1997 год. И как раз в клипе «Полет» вот эта гитара. Я на ней там зажигаю. Знаете, да, что инструменты, чем старее, они тем ценнее. Конечно. Ну, вот, все инструменты. Ну, ты посмотри, как чем старее, конечно. Тем... Да, волосы росли. Волосы росли. Смотри, давай смотрите. Вот этот шкаф я сделала по собственному дизайну. Это шкаф? Это шкаф. Это обычный шкаф. Тут место для песни. Ну, так, на студии очень хорошо у нас. Хорошо. Там и пара. А здесь у нас шикарный. Я видела, когда были ремонт, тут копали все зимы, а все копали, копали, и здесь до сих пор не докопали. Там вертолетную площадку, вот эту вертолетную площадку я ему подарила на наши 30-летие семейной жизни. Построила площадку, вертолета нет. Для вертолета. Мы тоже летаем, Тут можно в карантине сидеть, еда. Варенье. Это наша сюда, корейская, сюда, да. Да? Это корейская для кимчи. Это просто мечта. Ты что-то снимаешь, ты снимаешь. Здесь хранятся платья, ну такие раритетные. Одно зеркало, посмотри. Одно зеркало, посмотри. Смотри, вот это платье тоже 1997 год. Я вышла петь. И Пугачева пригласила меня. 25 Алла, Алла Пугачева, да. Миллион Алых Роз. Да. Да. Она пригласила меня на рождественские встречи. А, на, вот когда она была. И Валентин Юдашкин пошил это платье. То есть она сказала, я хочу, чтобы Анита Цой выступал в таком платье. А Валентин Юдашкин пошил мне для концерта, для 90-х, в Олимпийском. Я молодая неопытная артистка, которая не умела носить декольте, видишь? Декольте. Да-да-да. И я, значит, там что-то так разволновалась, руками махалась, у меня вся грудь вывалилась и легла вот здесь сверху. И Пугачева выходит такая, поет, поворачивается и между песен. Цой, сиськи спрячь. Какого-то там года тоже я получала премию. Туя, это музей. А вот это платье 25 лет семейной жизни я отмечала с Петровичем в нем. Представляешь? Ну, это Зухаир Мурат, это известнейшая личность, дизайнер, который вот шил мне вот эти все костюмы. У меня это настоящие крылья или нет? Почему? Настоящие. Настоящие? Это Готье. Это Жан-Поль Готье. Очень мягко. Что там написано? Готов к труду и о вороне. Гуся Рубчинский в Корее очень популярный. А, да? Еще и он. Эрмес, Сен-Лоран, Луи Виттон. Я не просто, я танцевала на них, вовсю зажигала. Это 15 сантиметров, мне кажется. Да, 15, я даже молчу. Все 20, наверное. Все 20 сантиметров. Вот это очень крутая коллаборация с White Off. Ну что? Да, это Off-White, да. Off-White. Winter and summer. Это оружие. Оружие. Зато я была высокая такая. Это сад. Я тут первый раз попробовала малину в России. Ее зовут Сергей, а тут все Сергей. Вон, видишь, малина.
малина. Чашитни. Плачет. Видишь, не было раньше у нас шатра. А, юрта. Юрта! Это шатер. Шатер. Шатер, да. Настоящий медведь. Хочу прыгать, да? Да, хочется вода. Сразу. Хочу прыгать. Это очень хорошая вода, она серебром очищает. Вау. И нормально. Прыгать. Ну, здесь, понятно, всякие душевые, там все, да? Там у меня маленький хамам. Здесь температура очень... 45 градусов, нагревается очень хорошо для кожи. Для кожи. Поднимаемся. Это... одна из... Мы почувствовали Новый год в октябре. Анита приготовила для нас подарки. Шикарная Диор. На самом деле работа. Это ой, тебе. Девочка, спасибо. Не ожидала я, что ты бананы возьмешь, потому что он такой большой. Так держит. Я подготовила вот что, смотри. Это маме благодарность. Маме благодарность. О, мама, ты же на самом деле. Да, за то, что ты кошелечек, чтобы у нее всегда там денежки водились. О, мама, ты же на самом деле. Вот, а вам я решила подарить копить. Копить. Значит, смотрите, это произведение известнейшее совершенно. Его коллекции находятся по всему миру в лучших коллекциях. Он именно расписывает фарфоры. То есть вот этот сертификат реально подтверждает реальность этой работы. Что под... Вы его берегите, потому что это произведение «Проминант на патриарших прудах». Дышать не могу. Дышать не могу. Очень хочу, чтобы вы были счастливы прямо. И банан. И банан. Главное, коллекция. Ой, классно, как посидели. Это Анита будет смотреть YouTube-канал. Очень классно посидели. Спасибо большое Аните за гостеприимство. И спасибо вам за то, что вы прилетели. И мы вот вместе собрались. Теперь, но мы приехали к Аните втроем, а уезжаем вчетвером. Большая голова, чем у тебя. Просто. Ой, как ты поглазей. Вау. Анита, спасибо за приглашение. Мы любим вас. До встречи.